Приветствую всех, с вами Холдем, приветствую вас, господа буржуи, так как мы, как говорится, ну, сейчас мы все-таки господа, не товарищи, так что да. Одели мы такое, мы надели личину буржуи себе на лицо, и сейчас игры продолжаем резвиться в Хэнквилле. И насчет голосования, все, честно говоря, довольно неожиданно произошло за те дни, которые я оставил голосование. Все разделилось ровно поровну. Мы не приняли решение, куда нам идти. Сначала, разумеется, побеждало очищение. Все хотели прям в тотально никакой пощады. Точнее, не. В умеренность хотели. Не. Мы, господа буржуи, все-таки оказались довольно милосердными. Хотя я думал, что все вообще нафиг. Будет 90% за очищение, все остальные выберут 1% будет всего лишь за более мирную политику. Но оказалось все по-другому. Так что, чтобы окончательно определиться, все-таки что-то мы выбираем, я решил провести рулеточку. Рулеточку с двумя вариантами. И из-за того, что у нас 50%, то мы должны решить, что будет все-таки. Что у нас будет впереди. Так что смотрим. Посмотрим, что же мне выпадет. Победило очищение, друзья. Окейушки, друзья. Победа оказалась за очищением. Так что мы выбираем последний вариант. Я, честно говоря, немножко жалею, так как я хотел все-таки взять себе под контроль часть пони. Потому что слишком уж побольше людских ресурсов. Так как у нас и так уже расширенный призыв... Ограничения нет. Но я думаю, даже с расширенным призывом мне будет тяжеловато. Ну ладно. Как говорится, победила демократия. Победил святой рандом. Так что Эдлер прав. Угроза пони должна быть вырвана с корнем. Каждый коготь в дело. Ну что ж, такие уж дела. Так решил Дим. Так решил святой рандом. Строительные бригады, экскурсоводство. Ну, значит, мы берем каждый коготь в дело. Угрозе пони нельзя позволить беспрепятственно распространяться. Они портят все, на что наложат свои копыты. Если мы не бросим все силы на их остановку, образ жизни грифонов, и они сами будут страдать вечно. Пора перенести огонь войны в речные земли. Ну, это Вингфрид решил, что Хэнквилл должен направить все ресурсы на очищение, на осчастливление рода пони. Право сильного. Мир — поле вечной борьбы, где сила дает победу, справедливость и слепое доверие слабости, уничтожающие нации в этой борьбе. Хэнквилл должен вознестись над этим и принять, наконец, единственный истинный закон вселенной. Сильные всегда давят слабых. Реформисты правительства на ее бюрократический дарвинизм. Прирост политической власти, стабильность минус, поддержка войны плюс. Ну да ладно, поддержка войны нам нужна, потому что это больше людских ресурсов. За родину. За родину, тут военная экономика его сразу. Ой, блин, хорошо, построить восточный вал. Расширить восточный вал. А реформировать это надо, построить восточный вал. Реформировать штурмовиков. Школы юнкеров. С промышленниками. О, военная промка. Так, ладно, давайте посмотрим вообще, что я делаю. Да, я решил рыцарей сделать. Ну, 3 батальона рыцарей, пусть они будут. Потому что они довольно хорошая вещь. Так, давайте посмотрим наш... Вот наш шаблончик, как мы видим, вот такой вот он. Стандартный, но, честно говоря, я хочу добавить туда... Ой, так, извиняюсь. Так, тупорылая реклама, извиняюсь, товарищи. Так... батальон боевой поддержки, мобильный батальон, нет, такого нам, на такое моя промышленность не потянет, у нас слишком мало военки, пока что. Ну, давайте арту добавим, артиллерия, как говорится, будем играть от моего любимого шаблончика, а именно арты.
Я решил, да, будем играть чисто от артиллерии. Почему именно от артиллерии? Ну, потому что это самый лучший, по моему мнению, шаблон. Вот, ну, серьезно, самый лучший шаблон для атаки. Потому что, ну, танков у нас реально... Я сомневаюсь, что я смогу сделать, что мы наделаем себе танков. Я, конечно, могу наделать танков, но на это все время нужно. Но я решил все-таки по старинке пойти. Не знаю, можно считать это, конечно, глупостью, но я все-таки решил. Лучше давайте танки. Кстати говоря, мы можем даже больше арты добавить. Две арты. У нас будет две артиллерии. Как я и люблю. Вот мой любимый шаблончик. Мой любимый шаблон. Две арты. Две артиллерии, поддержка, саппортка. Можно еще и другие, конечно, саппортки потом добавить. Ну, чисто так. Но так уже хорошая такая, хорошая дивка, которая крайне хорошенько будет прям рвать и метать. Мы прям будем рвать и метать этих жалких пони. Так, у нас еще и бонус на атаку будет, мы просто будем разрывать этих пони. Но сейчас нам надо вот о чем подумать. Так, ну тут изучение вообще. Радиотехника нужна нам. Так, давайте посмотрим на наш... Саперные роты надо изучать, хотя пока что превышение. Рота обеспечения, ну, не знаю. Вот полевой госпиталь нам нужен, это полевой госпиталь. Чтобы его изучить, нам нужен грифотрак. Нам нужен грифотрак. Кстати, надо оружие изучить, что у нас такое, оно старое уже. Да, короче говоря, нам надо прям тотально идти в изучение, потому что у нас очень мало, мало пока что. Теперь наших дивизий довольно многовато. Я бы хотел бы, конечно, потихоньку призыв повышать. Потихоньку повышать количество дивок. Надо все-таки больше людей. Ой, подожди, кстати, я что-то забыл. Замечена комета. Появление яркой кометы в ночном небе привело к тому, что грифоны нашей страны начали паниковать. Некоторые из них считают, что комета является предзнаменованием конца света или же наказанием за наши грехи. Почему мой народ так глуп? Тут, честно говоря, вот это именно. Почему мой народ так глуп? Блин, это знаменование о нашей великой победе. Это буквально сами боги говорят о том, что они на нашей стороне. Так, давайте разничтожим этих жалких пони. Четыре дивки просто в котле. Давайте. Давим их. Ой, блин, генерал прям мясник, он прям ой как качается. Мы зато очень много опыта получаем с этого, с этих военных действий. Куча коммунистов еще забили. 5 дивизий минус просто. Минус 5 дивок. Пошли сюда. Пошли поможем нашей дивке. Давай поможем. Поможем в зачистке. Поскорее. Зачистим их. Ой, кстати, аккуратнее, а то они сейчас откроют его. Минус 4 дивизии. Тихо смотрим. Пока что охраняем просто, чтобы ничего не произошло. Это не дай бог. Минус 3 дивки. Кстати говоря, я бы хотел бы капитуляцию провести нафиг этих. Наращивание промышленности. О, нормально. Так, давайте. Что еще? Давайте за родину. Это военная экономика. Кэнквилл никогда не был гражданским государством. Основанный как бастион против Востока, он был возрожден нами как военное государство, не имеющее в себе равных в силе и единстве. Выбрать роскошь мира значит забыть наше предназначение. Давайте военную эту, чтобы нам больше... Чтобы почти все фабрики шли на военку. Все на военку. Потому что, я думаю, танки все-таки надо будет производить. Давайте больше на арту. А вообще, надо танки потихоньку допроизводить. Ранний грузовик он. А понадобится он? Ну, он, кажется, понадобится, так что да. Потому что саперку я в любом случае буду делать. Так что нам она понадобится. Ой, закупить резину. Так, у кого вообще резину можно закупить?
спонсировать ли мне Вингбардию? Вингбардию я как-то спонсировать вообще не хочу, она мой конкурент. Давайте вот этих вот товарищей будем спонсировать, лучше этих яков поспонсируем. Я буду, я осмотрителен, как говорится, в своих выборах. Ё-май! Как Севген Кораблищ. Кораблищ. Чернорада. Ёпта! Кого я вижу? Так. Ну, я думаю, надо капитулировать их нафиг. Подожди, кстати, а что там по войне? Если поглядеть, вот. Если вот поглядеть. Текущие войны. Пусть пока что время тикает себе. Вот. Брайвенская гражданская война. Больше всего, конечно, у бандитов. Я помог бы этим. Кстати, а может этим королевству отправить добровольцев, а? Кстати, а они примут от меня добровольцев? Да, 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 кстати, я могу отправить им добровольцев. А давай королевству отправим добровольцев и поможем им. Я лучше помогу королевству. Пусть это королевство правит, там сидит. Так что давай, 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 давайте. Так, где там мои дивизии? Кто там у меня есть? Блин, почти все рыцари, это самое. Усё. Ну, давайте тогда кого-нибудь хорошего элитного отправим. Вот какую-то элитную дивизию. Прям ветеранскую. Во, ветеранскую прям. Отправим нам... Ой, две ветеранские дивизии. Хотя зачем? Они же нужны нам для... Давай пусть какие-нибудь... Хотя, ладно, ладно, ладно. Нам главное генералов качать, так что давай. Нам в любом случае генерал бы пригодился. Кого нам? Ну, самый хороший. Артиллерийский офицер, кстати, отлично. Давай, пошли его отправим в королевство воевать. Посылаем добровольцев, вот эту вот дивизию, две дивизии как раз. Давай. Поддержку. Надеюсь, мои дивизии не заспавнятся в окружении. Я очень на это надеюсь. Да, что-то надо было это раньше сделать вообще. А то сидим, да сидим. Ну, все, сидим тогда пока что. Все, просто стоим. Пусть там пока что стоят, они развятся. Что? Так, спустя месяцы кропотливой работы наши успехи наконец достигли даже самых мелких поселений на территории Хэнквилла. При поддержке граждан мы обучили юных грифонов чтению, когтеписанию, счету и использованию их способностей перед страной и нашим великим вождем. И пусть большая часть работы позади, остается еще немало дел. Уже сейчас мы получаем доклады от подающих надежды промышленников. Появляющихся талантах по всей стране. Мы поддержим их, и тогда мир увидит, насколько величественен Хэнквилл. Отличные новости. Значительная полная грамотность. Просто великолепный. Теперь дебафов у нас вообще. Теперь у нас дебафов еще меньше. Маленькая научная база только бесит. Ну да ладно. Как говорится, за все приходится платить. Привлечь поселенцев, кстати, надо. Надо... Привлечь поселенцев, это надо политику. Что у нас так мало политики? Давай, пусть наберется побольше политики. Нам нужна политика 70. Сейчас поселенцев снова привлечем. Так, где там мои дивизии? Так, мои дивизии прибыли вообще? А, нет. Так. Когда? 8 августа. Ну, недолго осталось. Сейчас наши дивизии прибудут. Пожалуйста, королевики, пожалуйста, не проиграйте, а? Я вас умоляю. Так, кстати, может еще пару котлов наделать, а? Ну, просто, ну, блин, чё бы нет, чё бы котлов не наделать. Пошлите, давайте котелки наделаем. Надо поделать, где тут хорошее место под котелок? Вот под котелок хороший. Ну, давайте куда-нибудь вот сюда вот. Пойдемте куда-нибудь сюда. Чё бы нет, пошлите куда-нибудь сюда. Не дело же нам тут сидеть на жопе ровно. А чё это вы охренели? Тихо. Долбаные шли. О-о-о-о! Наши дивки прибыли. Ну что ж, а теперь надо попытаться как-то помочь им. Погнали, погнали котелки делать. Сейчас поможем королевикам. Я не буду помогать бандитов теперь. Бандитам я теперь помогать не буду. Будем действовать аккуратнее. И ой-ой-ой, как мы рвем. Ой, как мы рвем. Ой-ой-ой. Просто разрываем. Вообще шансов нет. Вот это силище. Вот это мощь. Давайте. Помогать будем.
прикрывайте меня. Ща котелки тут наделаем, сейчас мы тут наделаем делов. Тихо, главное следить, чтобы нас не закотлили, а то я знаю этих собак. Вы какого хрена отступили, блин? Меня же закотлить могут теперь, идиоты. Идиоты дивизию увели. Куда увели, непонятно. Дебилы. Ну ладно. Не. Пока что просто сидим вот так вот направляем. И, конечно, думаю, можно нафиг вырезать это все. Ну хотя зачем мне? Пусть будет. Давайте нафиг уничтожаем эту дивку. Вот так вот. Одну за другой. Поможем королевству в его священной борьбе. И вот дивизии и нету. Вот и нет дивизии. Была дивизия и нет дивизии. А теперь вот сюда. Вот так вот. Прорываем. Прорываем фронт. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Крайне быстро и решительно. Так, одну дивизию лучше оставить. Еще и котелок. И еще один котелок. Еще один котелок. Котелок этих долбанных повстанцев. Еще минус дивки. Ой. Кто там победил? А, коммунисты победили. О, удивительно. Обычно они просирают постоянно. Обычно они постоянно просирают. Ну, поздравляю. Тихо. Фуф, я чуть не подумал, что это наша дивизия. Давайте режем их. Давайте, давайте. По одной дивизии вот так вот постепенненько, постепенненько будем их оттеснять. Сейчас по одной дивизии так по окружаем, и у них вообще сил тут не останется. Скоро тут у них вообще сил не останется для войны. Сейчас главное какую-то дивизию сотрем в порошок. Да блин, вы котелок-то делать будете? Тихо, главное следить надо, чтобы не сбежали. Пусть бегут. Отлично, за родину плюс, отлично. Так, все, военную экономику подрубили. Реформировать штурмовиков, новая роль штурмовиков. Можно выбрать, но давайте сначала коллективизацию. Поскольку большая часть сельхозугодий сейчас принадлежит государству, пришло время завершить процесс и избавиться от частной собственности в сфере производства продуктов питания. После этого крестьянам будет назначены строгие квоты в отношении производства зерна, чтобы наша автаркия продолжала процветать. Я что-то не помню, чтобы кое-где, в кое-каком месте вообще делали подобную коллективизацию. Тихо. Куда намылились? Тихо. Куда? Ах, тварь. Ах ты, тварь. Все-таки хитроумный. Ну да ладно. Давайте зачистим эту дивку, потом подумаем. Собака. Что там у нас, кстати? Мы стоим? Да, держимся. Оборону держим. Чё там? Блять, они увели дивизии. Они просто взяли и увели их. Давайте, ну зачистите вы их. Тихо только. Надо вообще котелки делать. Сколько там у дивизии у этих правинов осталось, а? Сколько у него дивок? 25. Сколько у королевства? Да блин, у нас уже больше дивок, ёпта. Так, ладно, что делать будем? Так, это все изучено. Тут уже превышение, тут ничего не поделаешь. Гельфония архитектура, максим фабрика в регионе. Рекут рыцари, скорость восстановления, ну давайте. Давайте, грифоны очень полезное оружие вообще в бою. Это очень хорошие вояки. Ну давайте, уничтожьте вы этих долбанных коней. Все. Этих грифонов. Все. Нету дивизии. Все, стерли в порошок. Давайте сюда теперь. Пошли сюда скорее. Смотри, стерли еще одну дивизию в порошок. Тут давай. Так, что выбираем? Политическая лояльность. Навстречу будущему плюс мастер танковой войны, но не, это не подходит. Смелая атака. Чатное приготовление.
избирательное лидерство. Ну, смелая атака, я так полагаю. Тут вообще надо выбрать быстрая импровизация, скорость планирования, но это не подходит. Профессиональное государство служит армии. Моторизация. Не подходит. Стоимость награждения. Правильное наследство. Инженерный корпус. Скорость создания укреплений. Быстрая импровизация. А тут чего? Гибкая организация, вот это что надо, скорость дивизии. Статично, победа или смерть. Маневренная война, но это все скорость дивизии. Но... Координация. Гибкая организация. Потеря организации при движении минус. Ну давайте это. Вы, конечно, можете сказать, что я выбираю говно, но, честно говоря, я выбираю просто те доктрины, которыми я постоянно пользуюсь. Это примерно такая же моя тактика, кстати. Какую доктрину мы выбрали? У нас же маневренная война, так? Подожди. Блин, тогда надо было взять, блин, бонусы на танковую, блин. Ё-моё, у нас же маневренная война. Да, доктрина маневренной войны. Эх, а нам надо вот куда. Нам нужна артиллерия, у нас больше всего на артиллерию завязано, а не на танки. У нас вообще танки есть в наличии. Да у нас... У нас даже не з... У нас даже нет бронетехники, ёпта. Мы, блин, в доктрине маневренной войны сидим. А по-настоящему, блин, нам надо изучать бронетехнику. Сколько там изучать бронетехнику, блин? Разработка ранних танков. Ё-моё, лёгкая модель. Ай, тяжёлая модель, средняя модель. Ё-моё. Да. Надо вообще, значит, уже заканчивать с этой... С политикой и полный вперед выбрать. Давай, выберем полный вперед, получим, наконец-то, молодое индустриальное общество, наверное, современное общество, нафиг. И быстрее всеми шагами надо идти уже в вермахт, армия, и брать какую вообще доктрину? Артиллерийскую доктрину снижения превосходства... Огневой мощи. И современное снаряжение, Восточный легион, вот это все брать. Вот так примерно. Да. Тяжеловато. Кстати, а что с коммунистами? А, ну их немного, кстати. Нормально, мы держимся. Наконец-то это их постоянное увеселение пропало. Angetreten. Да. Тяжеловато. Ну, хоть дивизии теперь их поменьше. Чем мы так страдаем от неснабжения, кстати? Вот интересно, кого фига вы уходите? Чего мы так страдаем от неснабжения, вот что мне интересно. Ай, бляха-муха. Был шанс окружить теперь. Теперь не-а. Дабы как-то вот так вот-вот. Давай попытаемся вот так вот пройтись. Тихо-тихо-тихо. Блять, отступили, блин, собаки. Отступают. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда это вы?
Давай окружение. Окружение делаем. Давай, сотрем порошок. В порошоках. Дивизии давайте сковываем потихоньку. Смерть демократии новой Грифонии. Блин, все так весело, блин. Все умирают. Какое веселье. Блин, ну что вы стоите? Ну блин, у них вообще зивок нету, кстати. Вот, сейчас вот так вот бы, блин, города повзять бы. Сколько там, кстати, до капитуляции? Может нафиг забить на эти долбанные котлы? И просто нафига их победить уже до конца? Да не. Надо все-таки поуменьшать количество дивок-коммунистов, все-таки, чтобы их было поменьше. Да и к тому же мне затягивание войны отчасти даже выгодно. Так что да. Не будем торопиться, не будем торопиться. Не торопим коней, не надо торопиться. Сидим, ожидаем, пока что убиваем. Все равно... Да, примерно так будет выглядеть примерно половина всей нашей игры. Ой, тихо. Тихо. Коллективизация, окей. Бляха-муха, они освободили дивку. Так, сейчас он отойдет. Пусть этот уйдет нафиг. Убирайся. О, отлично, все. Отступ, давай быстрее. Сюда скорее. Котелок. Не давай им котелки делать. Следим, следим. Вот так. Что же вы стоите-то? Так, коллективизацию провели, отлично. Теперь давай полный вперед. Наши экономические реформы показывают ощутимый прогресс. Грифони стекаются в города в поисках работы. Использование машины и электроники становится все более распространенным, а нация в целом стала более развитой. Мы должны продолжить стремительно улучшать наш Хэнквилл. Давайте. И плюс бонусы. Давайте уже убьем эту дивку. Минус дивизия. Блять, да что ж вы делаете? Идиоты, вас же сейчас убьют. Блять, дивку убили. Вот чисто из-за этих идиотов. Мы сейчас из-за этих идиотов нафиг дивку потеряем. Надо город брать и вот так вот прорываться уже к этой дивизии, нафиг. Давай. Вот так, скорее, блин, прорываться пытаться. Давайте окружим их. Подождите, а этот город это... Да, это и есть этот регион. Это и есть этот регион. Надо взять этот город скорее. Давайте с двух сторон их зажмем. Давайте сейчас тут котелок сделаем большой. Аккуратно, главное. О, отлично, наши пацаны тут уже развивают наступление сами. Молодцы. Давай. Не даем им отдохнуть. Пусть они тут не отступают, так что давай тут котелок. Минус, плюс котел. Все, котелок. Чего не атакуем, бля? Отлично. Отлично, пересекли реку. Отлично, и убиваем эту дивизию скорее. Еще одна дивизия уничтожена, отлично. Ну и у коммунистов уже нет шансов. Все, у коммунистов шансов нет. Это победа за нами.
Тут уже, я думаю, даже растягивать сильно не надо. Просто сейчас окончательно убьем эту дивку. И все отлично. Карабин новый. Новое оружие. Давайте. Надо бронетехнику улучшать, блин. Давайте. Пошлите изучать бронетехнику. Блин, дорого. Лучше артиллерию, вот что. Артиллерию улучшать. У нас все-таки все на нее будет завязано. Так, дивизия он уже на подходе. Новые. Новые хорошие дивки. Отлично, пусть идут. Тут еще вот. Еще и в Хэнквилле новые рыцари подоспели. Так, что тут делаем? Противопехотная атака, кстати. Новая новейшая техника. Ну все, с этим разобрались. Наши тут дивизии просто творят волшебство. Кажется, королевство тут все-таки победит. Полный вперед. Отлично. Еще плюс бонусы. Еще плюс бонусы. Ой, сколько людей. Как же хорошо. Строительные бригады. Восстановление фабрик. Скорость строительства плюс 10. Кстати, полезно. Это еще быстрее строиться будет. Но пока что давайте все-таки в армию поперли уже. Пора улучшать вермахт. Армия Хэнквилла очень важна, но на данный момент она представляет собой остатки рыцарского ордена. Мы исправим и перевоснастим их, чтобы он превратился в достойную гордости армию. Что тут? А вот они, наши дивки подоспели. Нормально. Новые дивизии для нашей армии. Великолепно. Опа. Нормальненько так. Потихоньку пополняемся. Вообще надо дальше что-то творить. Ладно, эту дивизию вообще я бы я запер бы. Но, блин, этот город нужен, очень важен. Он, да. Ладно, придется немножко потерпеть чуть-чуть. Придется немного передохнуть. Ай, блин, нас перекрыли. Ну вот тебе и все. Ладно, надо действовать по-другому. Пошли. Так, давайте сюда. Там дивизии оснащены, что самое интересное. Так, давай сюда. Встаем вот сюда. Давай быры. По бырам. Давай быры. Просто вынужденно. Давай быстренько по железной дороге просто передвинься. Ну, просто поскорее. Тихо. Давай. Кстати. А почему бы... Почему мы не можем двигаться? Ну? Что за говно? Давай! Блядь, дивизия просто меня что-то не слушается ни хрена. Ну да ладно. Не получается. А, во. А теперь слушается. Какого фига? Давайте эти дивизии убьем нафиг. Блин, тут... А, ее убили. Скотины. Все-таки убивают потихоньку. Давайте потихоньку будем зажимать их. Давай сюда. Так, политика освободилась, кстати. Политика. Политка. Так, разведку я делать не буду. Так, переселение, хотя... Блин, ну это почти вся промышленность. Почти вся промышленность уйдет нафиг. Ну да ладно. Ну ладно. Так, тут вон что можно. Боевой дух. Бронетехника, логистика. Что-то еще, кого еще можно? Кровавый палач. Мастер пропаганды, поддержка войны. Но у нас и так надо, на все 100%. Скорость дивизии, кстати, вот, поставщик. Скорость восстановления. Ё-моё, у нас дивизии будут очень быстрые. С теми бонусами, которые мы везде получаем на скорость, это очень много. Дивизии наши будут очень быстрыми. Да. Как-то странновато все идет. Ня. Очень все медленно, конечно, из-за недостатка снабжения и других проблем у нас все прям так. Прям посредственно, мягко говоря.
Давайте сюда, нафиг. Пошлите, давайте быстренько через железные дороги. Чтобы быстро перейти ту реку и дальше двинуться. Давайте сюда, скорее. Так, пошли поможем нашим этим. Пошли поможем. И давайте зажимать потихоньку этих красноперых. Тихо. Тихо, сейчас подкрепление подойдет. Все, подкрепление здесь. Обороняться будем. Блин, пипец у нас армия истощается, конечно. Это прям неприятно. Тяжеловато прям воевать, конечно. Ну да ладно. Блин, нам надо оснащать их как-то. Мы вообще их оснащать будем? Так, ладно, давайте это самое, немножко бандитам, может, поможем, а? Потому что, ну чё бы нет, пошлите поможем бандитам здесь. Нафиг. Надо всё-таки что-то делать, а то стоим да истощаемся сидим. Мы просто стоим да истощаемся. Пошлите, давайте этих люшей будем котлить, а? Пошлите их люшей покотлим. Ну просто что стоим? Чё стоять-то? Так, вот, изучили вермахт, отлично. Так. Аферийска. В конце концов, снаряды дешево, а грифоны дороги. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы утопить наших врагов в снарядах и взрывах, а не трупами наших граждан. Верно. Каждый грифон нам дорого обходится. Давайте. Поддержим наших товарищей теперь. Блин, время просто тикает, тик-так. Что-то мне не нравится, чем это может кончиться. Тихо. Придется дивке нашей отдохнуть немножко. Попытаться отдохнуть. О, наша дивка уже вон восстанавливается потихоньку. Рекрут. Давайте. Боевой дух. Прочность плюс. Давайте прорываться будем. Поможем. Ну уже, блин, прорывайте их. Ну потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Собаки не дают пробиться нормально. Не получается пробить. Давай. Ну уже, блин. Словно полрыщ пытаешься выдавить. Давай. Есть. Получилось. Отлично. Отлично. Давай додавливать. Пошли додавливать их. Задавим их окончательно. Окончательно уже додавим этот долбанный прыщик. Уже на подходе. Давай, давим. Ах, еще минус две дивки. Ну, неплохо. Еще минус две дивки у коммуняк. Это хорошо. А теперь, значит, скоро можно будет уже творить свои дела нормально. Ну, теперь у них дивизии вообще нет. Ну, блин, чем они воевать-то будут? Все, воевать им больше нечем просто. Они прям... Тут вот еще порт есть. Его бы взять. Заболевает, да вы издеваетесь. Что-то правинский климат не очень хорошо на нашего товарища повлиял. Темпы исследований. Блин. Дорого это все, очень долго изучается, блин. О, кстати, мы бонус получили. Давайте производство. Качаем производство. Качаем. Так, кстати, давайте расширенный призыв. Прям всех под ружье. Ну и давай потихоньку вояк. Давайте дальше пехоту. Просто пихаем пехоту. Во-вторых, надо изучить уже этот... Кстати, подожди. Я вот что понял.
Подожди, мы что делали? Мы изучали этот, надо вот этот вот транспорт изучить. Нам вот что надо. Нам надо изучить транспорт, чтобы уже потом изучить военные госпитали с ручником. Нам нужен госпиталь, чтобы меньше грифонов помирало. Потому что чем меньше наших грифонов умрет, тем лучше. О, отлично, отлично, наша дивизия получилась все-таки пробиться. Давайте теперь сюда. Все, погнали. Все, отлично, еще минус две дивизии. Теперь у этих коммуняк их еще меньше. Поздравляем. Теперь давай потихоньку двигаться. Чего там? О, теперь и отсюда его не получаем. Надо еще откуда-то брать. Откуда нам его брать? Королевство грифонов, что ли? Ну, давайте его спонсировать. Вливать главное, блин, чтобы ресурсы поставляли. Нам-то какое дело? Так, давай стоять. О, кстати. Что-то они как-то как дебилы поступили. Вы что, дебилы? Они дебилы. Друзья, вы дебилы. Это официально. Идиоты. Какие же вы идиоты. Молодцы, еще две дивизии в клетку загнали. Просто молодцы, блин. Просто великолепные идиоты. Они загнали еще две дивизии в котел. Да, коммуняки. Умом вы вряд ли отличаетесь. Молодцы, еще две дивизии. У вас и так дивизий мало. А теперь я еще эти две дивизии сварю в котле и нормально. Современное вооружение, орудие пехоты. Легкая пушка, кстати. Поддержка артиллерии плюс еще. Инженеры придумали изобретение, названное ими легкой пушкой. И они очень надеются, что мы запустим ее в серийное производство. Конечно же, надежды оправдаются. Ну давайте. Кстати, бонусов мы наполучали так неплохо. Сейчас бонусов. Вообще, нам надо Восточный легион. Тут прирост вообще. Давай тогда не-не-не-не. Давай тогда лучше не будем туда идти, в эту артиллерию. Все, вот это вот мы отставим пока что. Сколько, кстати, изучается? Сколько там изучается наша... Ну, арта изучается. Тогда давай все-таки пошли современное вооружение. Многим винтовкам, хотя наш солдат уже давно место в музее. Пришло время модернизировать винтовки. Пошли. Давайте Восточный легион берем. Зимние тренировки, солдаты-скалолазы. И берем вот это. Фольск-глинадеры. Время подготовки, военные обязанности населения, скорость восстановления дивизии. Тем генштаб мало, потому что организация дивизии, конечно, скорость планирования. Но это не нужно. Это больше, если мы играли за доктрину планирования. Вот эти бонусы были бы очень полезны, если бы мы играли через эту доктрину. Хотя мало кто вообще за нее играет. Но мы выбрали другую доктрину, так что да. Пусть атакуют, пусть. Давайте, убивайтесь. Тратьте силы, тратьте. Сколько эта война уже идет? Несколько лет? Мы несколько лет уже в этих горах бьемся. Долбимся в этих горах. Давайте эту столицу уже брать, а. Пошлите эту столицу уже брать, скорее. Пошли брать эту столицу. Сейчас возьмем столицу. Они что-то там атаковать меня вздумали. Ну, пытайтесь, тратьте снаряжение, тратьте. Кстати, давай. Тратьте снаряжение, дебилы. Вам же его подвозить смогут. Тратьте снаряжение. Сейчас вот так вот потихоньку по одному да и убьем. Надо пробиться в эту столицу уже, наконец. И Ведено. Ну что же вы Ведено не берете? Открыто ведь дорогу, у них дивизии нет. Блять, я сижу просто и долбимся. Ну ладно. Ведь все благодаря нашим союзникам-дебилам, так что ладно. Северная война, но это все мне вообще пофигу. Вот ей-богу. На, продолжаем сидеть. Сидим, да, людей потихоньку. Кстати, потихоньку пополнение идет, вон уже. Новые дивизии подоспели. Да они уже... А, лимит спецназа. Ясно, лимит спецназа. Мы ничего сделать не можем, это лимит. Мы уперлись в лимит. Давайте давим. Ой, нас что-то давят. Пусть атакуют. Не получается их пробить. Наши дивизии просто истощаются, ёпта. Мы просто истощаемся. Надо было обычную пехоту отправить. Вот я жалею. Надо было пехоту отправить. Она очень куда лучше. Пехота против пехоты куда лучше. Надо было обычную пехоту отправить. Пробились бы куда быстрее. Ой, как же бесит.
Что же вы сидите-то? Продолжаем сидеть. Кстати, новые заводы. Ну вот новые заводы подоспевают уже. Производство прям налаживается уже. Да, недостаток, конечно, идет. Но нам нужны еще военные заводы. Блин, ну кстати, надо это самое. Что я понял, надо уже потихоньку, уже скоро уже двигаться к войне, потому что, ну, это не дело. Армии нам надо... Ну, пока что у нас армии, кстати, немного. Современное вооружение, надо вот это вот, Восточный легион взять. Зимние тренировки, зимние потери от истощения минус, это очень полезно. И солдаты-скалолазы. А, ну это горнострелки. Пехота, холмы, кстати, это надо, кстати. Это надо, надо, надо. У них очень много холмов, а это очень нужно. Кстати, ладно, это не ложь, это правда, правда нужно. Потому что я очень боюсь, что они скоро объединятся в одно государство, а когда они едины, будет воевать куда сложнее. Они просто все одной мотагой будут. Куда лучше, когда будет несколько лучше несколько дебильных голов, чем ничего. Современное снаряжение, куча бонусов. Ну что ж вы не идете к Атакведина, блин. Ладно. Сидим до дивизии, готовим. Давайте, давим, додавливаем уже. Додавим уже эти чертовы дивизии. Вот так вот. Додавим уже наконец их. Окончательно так. Жаль, блин, они не могут нам, блин, снаряжение дать. Вот почему они не могут нас снабдить? Мы, блин, добровольческий корпус. Мы куда больше, блин, пользы им приносим, чем они сами, блин, воюют. Чем мы. Они куда хуже нас воюют, чем мы. Вот дави теперь. Наконец-то додавили. Блять, они истощаются, мы нет. Пусть эти дивизии нафиг. Да ладно, пусть они работают с ней сами. Пошлите к столице нафиг. Быстрее к столице, вот так вот прям. Механизированные станки неплохо, отлично, бонус. Бонус хорошо помог. О, можно еще дальше, но это слишком дорого. Строительство может. Не, давайте все прям в производство, чтобы производство прям росло. Нам прям пипец. Вообще, кстати, надо и свою армию саму основную уже переобучивать. Давайте переобучивать ее саму. У нас очень много дивизий, которые вообще не обучены никак. Давайте выводим еще дивизии. Побамся еще вот пяточек. Новый пяточек дивизий. Новый пяточек. Добро пожаловать. Еще больше дивизий, давайте. Еще больше. Еще пяточек. Ну нормально уже. Во-во-во, потихоньку армия растет. Потихоньку армию мобилизуем. Надо убираться с этих долбанных земель, пока мы не истощились вообще в край. Давайте уходим скорее. Вот вы. Да уходите вы быстро, просто быстро, нафиг. По железной дороге просто нахрен отсюда. Просто поскорее отсюда валим. Валим отсюда поскорее. Давай к столице. Просто к столице идем. Блин, почему опять? Ну чего ж такое нафиг? Опять мы, блин, не можем нормально работать. Давайте окружим эту дивизию.
Пошли столицу брать. Баку. Короче, да, давай. А, мешают, смотри, мешают. Тихо. Добивай. А вы давайте быстрее. Все, 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 все. Столицу взяли. Давай, давай, давай. Давайте, пока эти идиоты-бандиты там стоят, тупят. Мы пойдем города захватывать скорее. Скорее давай. Захватывать города поскорее. Так, осталось только взять Ведено. Это последняя столица коммунистов, и все, война закончится. Пошлите тогда отсюда нафиг. Вот сюда. Вот, отставить, давай сюда. Быстро просто, давай быстро, быстренько, железной дорогой убираемся отсюда. Скорее. Восточный легион, быстро. Так, сюда. Давай. Артиллерию качаем дальше. Новая артиллерия, надо новое оружие. Так, что тут еще? Ай, извиняюсь. Бесит меня вот это вот. Мешает. Военные учения, кстати. Получаем опыт армии, кстати. Больше, чем больше, тем лучше. Что тут еще? Так. Прорыв. Кстати, да, прорыв давай. Мы можем доктрину изучить уже, наконец-то. О, наконец. Давайте доктрину уже, блин. И 95 еще, 95 опыта. Нам нужно опыт получать. Так, давай сюда. Где тут у нас? Можем еще как-то получить себе помощь. Атаковое специальное назначение, штраф от плохой погоды. Ням-ням. Вообще-то я экономику нафиг бы закрыл. Давайте на ограниченный экспорт нафиг. Ну просто, ну зачем мы ресурсы отдаем? Быстрее, давай, двигайтесь. Захватывайте города потихоньку, территории. О, отлично. Они уже отступают. Надо взять сталь, этот город. А где наша дивка? Движется потихоньку. Пусть к Ведено движется. Давай, чем быстрее, тем лучше. Все, стой. Теперь давай к Ведено скорее. Теперь быстро. Ой, бляха-муха, как же нафиг бесит это. Блин. Супер круто все, блин, нафиг. Тихо, блин. Вот так. Вот так, аккуратненько. Медленно, аккуратненько, нафиг. Давай, быстренько вот так вот по городам. Вот прям по городам вот так вот. О, наконец-то, все. Наконец-то, все, отлично. О, все. Ну что ж, а бандиты? Ну, а все. А дивизии из бандитов я просто выведу. Я могу вывести. Я бы эти дивизии нафиг отозвал бы. Отозвать добровольцев. Все. До свидания. Ну все. Все, товарищи. Вот теперь воюйте так, как хотите. Все, как хотите, воюйте. Все. Я ухожу. Помогать вам с люшистами я не буду. Мне более вы не нужны. Войска я уже отозвал. Все. Воюйте сами. Все. Вот так вот я просто нафиг сломал все жизни вообще бандитам. Это просто не нафиг, я думаю, в ахере. Мы просто уничтожили им все планы. Бамси тут королевство Бородино появилось. Хотя у них там голод, пипец. Армии ни хрена нету. Ну, короче, мы хорошенько их разорили, так что теперь они надолго не появятся на мировой арене. Это нам в плюсик. Что-то я чувствую себя таким... государством, которое за морями сидит, постоянно мучает всех. Давайте присылать поселенцев. А вот они, дивизии прибыли. Ну, а наши дивизии. Наши дорогие дивизии прибыли. А этот генерал, кстати, потихоньку подкачивается уже. Я бы все вот эти вот дивизии ему бы передал. Он там подкачался, успел подкачаться чуть-чуть. Пусть ему передадут все. Пусть все ему передадут. Вперед иди. Да не так.
идиот, я имею в виду генералу самому. Пусть все, вот к нему. Ты давай это, прекрати обучаться, не надо. Короче, вот такие вот делишки. Давайте еще дивизии. Больше дивок. Мы можем еще обучить? Только одну дивку. Ясно. Только одну дивизию мы можем обучить. Давайте еще 5 дивок. Больше дивизий, больше мяса. Армии у нас уже довольно многовато так. Неплохо так мы ее увеличиваем. Еще плюс 5 дивизий. Отлично. Ну, неплохо. Теперь зато воевать, я думаю, будет полегче. Давайте еще Восточный легион, фактор военнообязанного, еще плюсиком. Еще плюс люди. Урон, наносимый гарнизоном, также плюс, это еще минус. Дебафы будут, когда мы будем двигаться уже по землям пони. Ну, неплохо, отлично. Вот регион. Давайте зимние тренировки. Зимы суровые могут очень сильно затруднить ведение боевых действий. Хотя грифоны устойчивы к холоду, даже они не смогут сражаться в таких условиях вечно. Мы проведем тренировки, чтобы солдаты могли сражаться как зимой, так и летом. Давайте все эти бонусы берем и ведем фольксглинадеров берем. И все получается, все по факту. Дальше надо уже вот это все изучать и идти войной уже на наших товарищей. Потому что дальше тут уже строительное это все нам уже не нужно. Кстати, национальная служба ЖД. Железные дороги, кстати, нужны. Это полезно, кстати. Ладно, тогда ЖДшки надо. Военно-промышленная кооперация, промышленность тут. Еще и... Ой-ой-ой-ой-ой. Прям очень много вкусных бонусов, которые хочется захапать. Ну ладно, пока что армии нам нужно, так что давайте тогда. Экономическую ветку заканчиваем и дальше все, движемся уже войной. Хватит нам сидеть на жопе ровно. Пора нам уже что-то делать самим. Потихоньку. Вот такая вот примерно ситуация. Мы закончили войну, вы в Правине, и тут победили монархисты. Ну, отчасти даже фашики. Золотая гвардия. Тут деспотизм, а не деспотизм тут. Так что тут роялисты появились. Последствия гражданской войны, пипец. Мне. Посмотрим, что они дальше будут делать. Свобода не бесплатна. Отлично. Интересно, куда они пойдут. Но это уже мне как-то дело не имеет. Королевский ужин. Это уже мы будем думать потом. Что там, кстати, в гражданской войне в королевстве? Потому что я боюсь, что они скоро могут на нас попереть. Ой, бляха-мух. Тут эта королева уже остатки собирает. Короче, надо ускоряться. Что там, кстати, в армии? Мне очень не нравится это. Я очень побаиваюсь. Просто очень мне очень уж я побаиваюсь вот это вот, что мне сейчас в жопу, прям дышит в жопу кое-что очень пренеприятное. Кое-что очень пренеприятное мне в жопу дышит. Ну, в спину. Так, кстати, что у нас из дивизий? Горняки тут есть, горняки, кстати. Горняки... Что у нас вообще? О, кстати, рыцари. Ну, давай всех рыцарей нафиг отдадим мяснику. У нас специалист по этому пути. Так что мясник у нас будет такой элиткой, которая будет прям громить их. Так, ладно, что тут еще? Строительство. Надо вообще в армию идти. Что тут еще? Так, ладно, танки мы ложим хрен. Не нужны они нам. Давай изучать скорее лопаты. Лопаты, все это надо изучить и изучить поскорее. Тренировки, пошли. Так, давайте еще дивизии выведем. Кстати, я думаю, пора уже заканчивать. Я думаю, с военкой надо уже готовить саму нашу эту. Надо готовить железные дороги, потому что у нас тут недостаток снабжения есть. Этакий. У нас такой этакий недостаток снабжения, крайне пренеприятный. Надо железные дороги проапгрейдить. Да и вообще надо соединить их. Соединить воедино. Воедино соединить нашу сеть в железных дорог. Чтобы она была единой с единым целым. А то дальше нам будет ох как тяжело. Надо тут вообще везде проапгрейд сделать, чтобы тут все нормально было. Железные дороги тут везде надо апгрейдить. Потому что...
Восток, это будет очень тяжелая война на Востоке. Чтобы мы больше не истощались так сильно. Так что ладно, подводить я дивизии пока что не буду. Пусть себе сидят. Эти новые 4 дивки. 5 дивок. 5 дивок давай тогда в отдельную. Пусть пока что просто делают, тренируют. Пусть тренируются просто, чтобы... Ладно, тут я думаю закончим вообще. Потому что сейчас все вообще без войны уже все прям совсем застерчертело, когда мы прекратили воевать. Ну, могу поздравить, что скоро начнется хоть что-то интересное, что вам будет, я думаю, получше. Вы наконец-то увидите, как мы начнем громить пони. Ну, я надеюсь, что мы начнем их громить. Вы можете, конечно, поприсылать мне советы. Поприсылайте, если хотите. Потому что это также повлияет на нашу победу. Потому что, я не знаю, мы, может, и не сможем победить, сколько бы я ни старался. Ставьте лайки или дизлайки, там пишите в комментариях, опять-таки, давайте общаемся, все-таки вы, как говорится, мой, отчасти вы мой генеральный штаб, и будете мне сообщать, что там да никак, что у нас там плохо, что неплохо, это все нам нужно, ой. Так давайте я лучше поставлю уже все на паузу. Это нам все очень надо. Все это нам очень пригодится, кстати, давайте в дивизии нашу уже, в объем, в госпиталь, все. Теперь у нас и в госпиталь есть. Да. Вот так примерно. Теперь у нас и госпиталь. О, да, и вот тебе и потребность. Военная промышленность нам прям... Ну, ее нужно больше. Ее нужно куда больше, чем у нас она сейчас. Нам нужно куда больше. Так что я думаю, все равно мне придется все-таки выбрать путь. Не только тут. Все-таки как бы не старались мы, получив больше там... Получить всякие бонусы, это все-таки тоже нужно. Надо все-таки промышленность, военную кооперацию убрать, чтобы дополнительно получить военных заводов. No. Так, пишите, давайте, предлагайте в комментариях, советуйте, это все повлияет на наше прохождение и вообще сможем ли мы победить. Потому что что-то мне кажется, что все не так прям весело будет, как мне кажется. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord-канал и на Рутуб. Подписывайтесь на него, чтобы просто как резерв. Я понимаю, Рутуб он говняно работает, но... Ну, на всякий пожарный, чтоб было. Чтоб мы не потерялись. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете, пополните нашу... Уже не такую уж и маленькую, но все так... Но все же крепкую стальную нашу семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь, господа. Скоро увидимся!